Мы уже не один год говорим о необходимости наращивания информационно-аналитического потенциала организации. Однако серьезных результатов пока не видно. Нам ничего не мешает. Я думаю, что на сегодняшнем совете вы могли бы поискать ответ на этот вопрос. Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций. Мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и сотрудничестве со средствах массовой информации. Уровень аналитики и прогноза надо повышать, чтобы подпитывать страны-члены, а также государства серьезными материалами, в том числе прогнозного характера. Что касается предоставления информации, у нас вообще никаких нет проблем в сотрудничестве с вами. Не только с Россией. Тут у нас вообще больше совместных действий, чем мы друг друга информируем. Но любую информацию, которая касается ваших государств, у нас это закон. Мы направляем или президентам, или в МИДы, чаще в МИДы, или же спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь.